В номинации «Художественное слово» Ярослав Устинов. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все дужи, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота, щеки снегом бы натер. Ты куда? На фронт обратно, руку вылечил. Понятно, не герой, пока мест нет. Доставай тогда кисет. Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонны впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые криво-косо, в ряд не в ряд, вперед-назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии, а мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг: гармонь-то есть! У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток, оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку! Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того брат нет. И сказал уже водитель вместо друга своего: командир наш был любитель, схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, будто он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь: я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь? И опять же, посудите, если завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый, деревенский, вдруг завел глаза, закрыв, стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталось сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндевелых шел народ как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Обогреться, потолкаться гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть! Отморозил парень пальцы, нужна помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальцы, дай-ка ту, которую. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитым, а кому еще лежать, а кому траву живому на земле топтать потом, до жены дойти, до дому. Где жена и где тот дом? Плесуны на пару пара с места кинулись вдруг, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору? Крикнул так, что расступились: дайте мне, а то помру! И пошел работать, наступая и грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Подает за штукой штуку, эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг пощелкнул круг. Кабы фаленки отбросить, подковаться на каблук. Припечатать так, чтоб сразу по плугу там кают. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Эх, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим,
с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, нам теперь стоять в ремонте, и у нас маршрут иной. Это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Что вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель. Так и будет, ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. Из глухой лесной опушки, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам донеслось. И опять ухабы, взгорки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.